От вас требуется принять уведомление. Все, я понимаю. Подождите, угу. Мне нужно расписаться. Вот, у меня оригинал, смотрите. Я только принимаю, все, я приму. Я не даю согласия на ну, вы зря. Ну, очень симпатичная девушка. Спасибо большое за комплимент, но... Не будем отвлекаться. С удовольствием бы принимали ваши документы письмами. Мои контакты там указаны. Если какие-нибудь вопросы будут, с радостью отвечу. Угу. А печать поставите? Чтобы это уже юридически было значимо. Потому что вы знаете, 10 дней у вас есть на добровольное. Конечно. Если вы будете продолжать вести аудиосъемку, я буду вынужден пригласить полицию. Обязательно. Конечно. Единственное, вам как бы полиция ничем не поможет. Поможет. Я нахожусь в общественном месте. Угу. Более того, я фиксирую факт юридически значимый. А именно подача претензии. Будьте аккуратнее, когда будет сейчас договор подписывать. Договор пустой, ни о чем. Так, все, это значит будет ваше. Чтоб вам тут не мешать. Ну, вот будет мешать. Людям, так сказать, нагружать по полной программе. Уже третий человек ко мне обращается по этой конторке. Ну ничего. Научим их родину любить.